Здравствуйте, я прошу прощения за то, что мы задержались немножко, или не очень немножко, но тем не менее. Вот, сначала скажу о формате сегодняшнего мероприятия. Мы начнем с небольшой дискуссии, надеюсь, она у нас сильно не затянется, чтобы было время для чтения. Вот, моя роль, да, меня зовут Ника Голубицкая, я модерирую сегодняшнюю дискуссию. Людей приглашенные, думаю, вам представлять не надо, но тем не менее, Николай Байтов, Лев Рубинштейн, Света Литвак. И условная тема нашего сегодняшнего прямоугольного стола — это границы поэтического. Делаем мы эту дискуссию по следам цикла лекций, которая называлась «Поэзия вне текста» и проходила здесь, в Еврейском музее, с марта по июнь. Вот. Моя роль в этой дискуссии условно довольно декоративная. Я задам сначала несколько вопросов, которые просто так или иначе соприкасаются с темой нашего, цикла. И потом, если у вас есть какие-то вопросы, вот, я передам микрофон. Так вот. Начинаем. Да. Первый мой вопрос как раз связан с названием, от которого я сильно уходить не буду. Мы с аудиторией, некоторые здесь присутствующие были на моем цикле, обсуждали в 12 сериях, можно сказать, разные практики радикализации поэтического канона, разные практики выхода, можно сказать, за границу того, что считалось поэтическим как литературным жанром, как эстетической категорией и так далее. Вопрос, на мой взгляд, все-таки до сих пор актуальным, потому что ни нашими силами, ни чужими силами, по-моему, мы до сих пор его не разрешили. На ваш взгляд, что является собственно поэтическим в современной литературной ситуации, особенно с учетом ситуации заимствования некоторых методов и, собственно, языка из смежных сфер искусства, соответственно, с учетом визуальных экспериментов, звуковых экспериментов и так далее. Нужно ли определять эти границы, имеет ли вообще смысл разговор об этом, и как вам кажется, где их можно проложить или прочертить? Вопрос вам троим. Очередность ответа можете сами выстраивать. Раз, два, три. Ну, действительно, происходит сейчас. Не только сейчас, уже давно. Весь 20 век происходит ощупывание границ поэзии и попытки нарушить эти границы. И связано это, на мой взгляд, с общей критикой языка, которая очень сильно образовалась в 20 веке, даже получила философское обоснование. Дело в том, что есть такая в лингвистике гипотеза Сепера-Уорфа. Она довольно мрачная. Это гипотеза о том, что вся человеческая картина мира и поведение человека в рамках этой картины определяется и даже диктуется языком. Ну, эта гипотеза критиковалась сильно, особенно в 60-е, 70-е годы, а потом все-таки в какой-то степени в ослабленной к ней вернулись, и кое-какие нашли ей подтверждения, ну, такие, ну, в чем-то она действительно верна. Там, например, нашли подтверждение ее
в концептуализации времени, например, и пространства. Что время и пространство, оно во многом наше восприятие определяется языком, на котором мы говорим. Так вот, возникает вопрос верификации. Насколько картина мира, это которую нам навязывает язык, насколько она адекватна? И что значит адекватно вообще? Существует ли вообще что-то, кроме этой картины, или нет? Сложность заключается в том, что язык, всякий языковый акт, он есть акт классификации. То есть любое наше высказывание – это есть акт классификации. Мы относим описываемый предмет к определенному классу. И задача поэзии, как она себя видит, это описывать нечто уникальное. Ну, как я понимаю. И описывать... Там еще есть другие навязываемые языком условия, например, логические, да или нет, там, да, в смысле закона исключенного третьего. Вот. А поэзия часто сталкивается с ситуациями и ощущениями, которые можно было бы назвать таким термином, как запутанные состояния, есть такой термин. То есть там они однозначно не описываются. И поэтому в поэтических практиках приходится каким-то образом пытаться что-то с языком сделать. Либо как-то его модифицировать, либо изменить условия его применения, найти какие-то дополнительные средства. Вот. Ну, чем это можно проиллюстрировать? Ну, я для себя скажу, например, меня интересовала всегда проблема того, что проблема времени. Там этот поэтический текст, он обычно развертывается линейно, как такой единый поток. Вот. А я, например, пробовал этот поток разрушить там или сделать несколько потоков параллельных. Но это получались вещи, которые, конечно, не для чтения вслух. Они во многом графические. Вот, например, в этой книжке, вот поэма, у меня, например, издана такая поэма, которая называется «Ваганькова». Там несколько голосов, они просто напечатаны параллельно. Там, и они переливаются друг друга. Там один голос, потом он раздваивается, и потом снова сливается, иногда появляется третий голос. Я пробовал это читать вслух, но это не то. Это для глаз, конечно. Или, например, тоже нелинейность
нелинейности поэтического текста я опробовал, например, в... Я вот на прошлое... на одну из прошлых лекций, там посвященных Букарту, я приносил такой объект, который называется «Лабиринт ямбов». Он там составлен из отдельных речений, которые нанизаны на нитки в разные направления. И каждое речение – это есть двустопный ямб, ну, какое-то стереотипное речи, да, типа там, ну ты даешь, там, или там, вечерний звон. Вот это да. Не мир, но меч там. Вот такие. И пойдем со мной, да. И вот они по различным направлениям связываются в цепочки. И получают тексты различного характера, но они зависят случайным образом от способа, по которому сам читатель ходит, поэтому он может сходить. Ну вот таким образом. Да, ну давайте еще кто-нибудь что-нибудь скажет по поводу таких практик. Коль, спасибо за очень как бы, интересное рассуждение, но я бы призвал... Сейчас я чуть издалека начну. Значит, очень важная вещь – представление о жанрах. Особенно она важна для тех... Собственно, у меня своя такая штука. Что такое? Алло. Ага. Особенно она важна для тех, кто эти границы жанров как раз склонен и призван нарушать. Вот, Коля, вот, значит, это самая наглядная иллюстрация, что вот, по-моему, мой уважаемый коллега Бейтов действительно очень интересно и поучительно все рассказал, но чуть-чуть нарушил жанр дискуссии, потому что нельзя такими длинными периодами разговаривать. Я, например, забыл, с чего мы начали. Я сказал вступительное слово. Я забыл, с чего мы начали, и чтобы... какой был вопрос ведущий. Что-то про границы, да, кажется? Так вот, действительно, границы существуют обязательно и ровно для того, чтобы мы их нарушали. Но о них надо обязательно иметь представление, потому что есть два противоположных типа, значит, авторов, нарушителей границ. Значит, первый – это простодушные люди, которые просто не знают о том, что они существуют. Их обычно называют графоманами или как-то еще. Более того, человек, автор такой продвинутый, он очень часто инспирируется текстами вот таких вот наивных, ничего не знающих авторов. Они иногда бывают замечательные, уморительные. Но это давняя история, это еще как постимпрессионисты обожали вот, значит, этого Руссо, потому что он вроде не умел рисовать, а в результате получилось, что рисовал лучше всех. В общем, границы существуют, да, существуют для их нарушений. Очень важно иметь представление о мейнстриме. Это представление все время меняется. Это центр и основной поток всякого искусства и поэзии в том числе, он все время меняется, и, мне кажется, наша задача его как бы отслеживать, не для того, чтобы ему следовать, а для того, чтобы от него дистанцироваться. Потому что только там живет настоящее искусство. Оно вообще живет на границах. Между жанрами, между видами искусства, между искусством и не искусством. Что сегодня... Вы знаете, каждого серьезного более-менее автора до поры до времени преследует вот это самое проклятие. Говорит, то, что ты делаешь, это довольно интересно. Но это же не стихи. Но это же не музыка. Но это же не, значит, это же не живопись.
Это неплохо, но это не живопись. А почему это не... А где живопись? А живопись вот, вот эта. Она в музее. Все, что переходит границы, все, что их нарушает, рано или поздно тоже музеифицируется. Да и мы все так, чего тут уж говорить, мы все здесь присутствующие, в общем, тоже вполне экспонаты уже давно. Вот. Но я смею надеяться, что я и мои уважаемые коллеги все-таки помнят о том, что границы существуют для того, чтобы за них переходить. Света? Да, ну, я скорее практик, чем теоретик, и я могу подтвердить, что вообще вот в таком бытовании, в литературной среде, вот все это, различные эксперименты и переход границ очень мешает, потому что, вот, например, мои стихи без моей перформансной какой-то истории не воспринимают просто критики, например. Еще не было ни одной статьи, где бы просто говорилось о моих стихах. То есть там обязательно говорится о перформансах в стихах, хотя тут это совершенно разные вещи, в общем-то. Но это хороший признак, то есть. Нет, но все равно это, в общем, еще не так печально. Вот недавно читали еще статью Алехина, который говорит, что... Ну, все равно, да, все-таки это просто, ну, как бы общее мнение. Может, еще статью Стасова? Что поэзия кончается там, где человек начинает думать о ее подаче. То есть... О способах бытования, скажем так. Да, да? То есть, но то же самое чтение стихов, просто обычное чтение. Чтение стихов со сцены — это тоже способ подачи. И как ты это сделаешь, от этого тоже зависит. В общем-то, как твои стихи услышат, не услышат. Вот. Ну, мы с Николаем вообще, конечно, переходим границы в разные стороны. Потому что просто очень, очень интересно. А я, может быть, хотела бы сказать о некоторых проектах, если можно. Вот, например, мы работаем с проигрышами, что ли, такими, и литературными, с проигрышами. То есть, вот, например, я потом думаю, что Николай продолжит эту тему немножко. По мнению авторов, ну, есть у них какие-то неудачные опыты, забракованные и картины у художников. Например, вот здесь сидят акционисты известные, художники. И мы решили предложить поэтам собрать архив ненужных им произведений, которые они считают неудавшимися, и мы собрали фонд такого литературного секонд-хенда, от которого отказались авторы. Это такие сироты. И мы устраиваем ярмарки время от времени и предлагаем тем же поэтам и вообще любому желающему, пришедшему на ярмарку, присвоить себе тот или иной понравившийся им текст. Ну, не только поэзию, и прозу, и критику. И это уже существует много лет, и много раз мы устраивали эти ярмарки, и многие уже произведения, я думаю, существуют под другим авторством. То есть это уже вопрос о присвоении. Я подскажу. Может, это очень важно, потому что сам институт авторства — это одна из важнейших границ литературных, которые общая литература, не только в поэзии, но и в прозе. Вообще в искусстве, да. Но он не всегда был таким одинаковым. Он в разные эпохи там кое в чем менялся. Вот. И вот эти вот эксперименты с институтом авторства
Вот нас очень интересует. Я потом еще кое-что об этом расскажу. Может, я... Да, еще пару кратких вопросов, собственно, вытекающих из того, что вы сказали только что. Меня как раз очень интересует... Ну, на мой взгляд, поэзия 20 века, если говорить о разных радикальных или авангардных практиках, как бы вопрос о термине до сих пор острый, но тем не менее, она по-разному экспериментирует с вообще чтением, с пониманием того, что нужно подразумевать под чтением. И вы говорили о том, что вы хотите преодолеть последовательность, развертывание, соответственно, некоторую темпоральность поэтического текста, которая подразумевается. Нам известно много примеров такого типа экспериментов. Но чтение вот... как восприятие? Да, чтение как восприятие, чтение... То есть вопрос, да, если мы говорим о перформативных, например, практиках, или если мы говорим о разного типа аудиальных, там, звуковых, саунд-практиках и так далее, и с другой стороны у нас есть заимствование... наоборот, визуальных техник, да, и те, и другие читатели превращают либо в слушателя, либо в смотрителя, зрителя и прочее. Вот, на мой взгляд, на крайнем таком радикальном изводе это превращает, в общем, текст в объект, так или иначе. Ну, собственно, переступая чтение. Вот если говорить о разных практиках, которые вами уже упоминались, и вы тогда приходили, нам показывали, я бы вопрос того, насколько вообще важно, что это еще сохраняет форму ямбическую. Во-первых, я понимаю, что здесь не случайно, что это именно ямбы все-таки. С другой стороны, вопрос по поводу, Лев Семенович, само собой, вам все время его задают, но тем не менее, карточек. И того, если рассматривать вообще такую историю революции поэтических под флагом библиофобии или, можно сказать, библиокластии, почему это так важно было преодолеть книгу, открыть этот новый медиум, что это дает поэзии? Вот. Поскольку вы меня упомянули, я давайте начну. Библиофобия, понимаете, она может быть бы и не возникла, если бы не вполне конкретно, ну, по крайней мере, в моем случае, в случае моих сверстников или тех, кто постарше, которые сформировались как авторы в 70-е годы, эта библиофобия, она... не на пустом месте возникла. Она возникла из той социально-культурной ситуации, что мы все были, непечатные авторы. Да, это очень важно. Мы все были, мы жили во вне гутенберговском, так сказать, мире. Вот. И поэтому возникала необходимость с этой ситуацией что-то делать. Потому что позиция непечатного автора, она всегда была, ну, мной, по крайней мере, воспринималась как ущербная. Что это значит? Ты пишешь текст, а он лежит, а он написан на бумажке и лежит где-то в папочке, а папочка лежит в столе. Это неправильно. Значит, текст должен стать объектом, текст должен преодолеть... Ну и просто в эту сторону стал, значит, работать мозг, в эту сторону стал развиваться, в смысле, развиваться воображение, как преодолеть вот эту книгу, да. И постепенно возникло понимание книги не как вот этого источника знания, а как чего-то такого, чем бьют по голове, да. Вот книга как такой, знаешь, такой агрессивный кирпич. В моем случае, да, вот это значит, ну, возникла картотека, она возникла случайно, как, видимо, живая клетка, значит, в космосе, вот так вот случайно возникла. Возникла одна, другая, третья. И вот то, с чего вы начали, для меня моя поэтика возникла из... не столько из работы, значит, с текстом, сколько из... Вот это экспериментирование было не столько текстуальное, сколько именно связано было со способами бытования. Вот это потому что картотека, ее чтение, ее восприятие, ее листание – это процесс, это труд, это работа, это перформанс. Это все, значит, это уже был перформанс в те годы, когда я этого слова еще не знал. Вот. Я это слово узнал, может быть, там 5-6 лет спустя, после того, как я эти перформансы делал.
Вот, я заранее анонсирую, я хотел бы в конце нашего вечера продемонстрировать один свой текст, который вот как бы отвечает на многие вот эти вопросы. Ну вот. Я уже отвлеклась от тем. Да. Вопрос был о соотношении как бы проблемы чтения, да, и поэзии как таковой, насколько вот эти разные эксперименты, приведшие к переосмыслению роли читателя, превращение его в слушателя, смотрителя и так далее, насколько они расшатали, да, наше понимание. И зачем это нужно было? Зачем нужна нечитабельная поэзия? Зачем нужна объективная, объектная, вещественная и так далее? Что это измерение? Ну, есть такие примеры, я говорю не... Я не знаю, ну, зачем. Знаете, вообще все, что касается дало? Искусства, вообще там вообще как бы я бы табуировано слово «зачем». Вот это вот «зачем вы это написали?» «Ну, что, зачем вы это прочитали?» «Ну как, ну зачем? А зачем вы это спросили?» Тут как бы много вот этого. Это бесконечное «зачем». Знаете, как, почему зачем интересуетесь? Есть такая форма. Вот. А вам что? Искусство существует, потому что оно существует. А значит, а функция его адресата и потребителя — это какая-то как бы отдельная вещь, очень интересная. Но мне кажется, что взаимоотношения художника и кого? И этого самого адресата, дурацкое слово, реципиента, это вольные, свободные отношения. Никто никому ничего. Вот есть две одинаково противоположные, одинаково бессмысленные такие конструкции. Там писатель должен, да, дальше идет многоточие, читатель должен. Не должен ни тот, ни другой, ничего никому. Вот. Если возникла взаимная симпатия, слава богу, это большая удача. Но это нельзя сказать, что ради этого существует искусство. Оно ради чего-то другого существует. И я, например, не готов сказать, ради чего. Нет, просто возникает, когда возникает задача нечто выразить, иногда получается, что поэтических средств недостаточно. Начинаешь что-то другое искать, начинаешь привлекать сюда музыку. Вот некоторые вещи там, допустим, лучше выражать в виде романсов, например, там, или каких-то бардовских песен. А некоторые чувства лучше всего выражаются с помощью палки, которую ты по голове... Там, это очень сильный прием, так сказать. Он сильнее стихов, как это. Ну, да, можно... Облить водой кого-нибудь, ну как это же... Или... какое-то сценическое действие привлекать, жесты для выражения. Вот сейчас... Вот здесь и нарушается просто текстовая такая... текстовая монополия на материал. Вот сейчас я участвую в... Мы с Николаем участвуем в акции художников «Музей 15 минут». И здесь вообще, то есть мы, я и как художник, и как поэт, тут вообще бессмысленно обращение вроде бы в никуда. И зрители, читатели, как бы они от нас вообще бегают. То есть мы выходим каждое воскресенье в какой-либо район Москвы и делаем 15-минутную выставку-концерт. То есть поэты читают стихи, художники показывают картины. Как правило, на это никто не смотрит. Вот, все стараются сделать вид, что их здесь нет, что боятся как бы попасть в какую-то историю. Но это происходит уже целый год.
Для чего? Кто тут читатель? Кто тут зритель? Как все это происходит? Руки кашляют, как это провокация, знаешь, почему? А я не знаю. Это совершенно непонятно, почему. Вот, иногда, когда к ним обращаешься, там что-то у нас выставка, то они просто поджимают плечи. То есть это вот удивительная реакция, то есть такая. Это вообще какой-то, казалось бы, человек выходит, художник и поэт выходит в самую жизнь, в массу такую, где много глаз, много ушей, и ничего... Нет, конечно, что-то происходит, безусловно, но читатель вот, совершенно своеобразный и зритель. Я просто забуду, я хочу важную... Можно я перебью, да. Потому что то есть, я, собственно, исходя из того, что вы, Свет, только что сказали, это очень хорошо, вот эта история, которую вы сказали, что вы делаете эти выставки, а публика их как бы не хочет видеть, да, и шугается. Значит, речь идет опять о нарушении границ. Значит, вы только вы нарушили не границы как бы текста, а вы нарушили то, что называется институциональные границы. Вы создали институцию, про которую никто не знает, которую никто не принимает, потому что стихи должны быть там в журнале, стихи должны быть в театре, стихи должны быть, ну, вот здесь, значит, в книжке, да, а вот стихи где-то на улице, на перекрестке, их не должно быть, поэтому люди этой ситуации боятся. Вот. Не потому, что слишком хороши тексты или слишком плохи, а потому что вы вне институции существуете. И вот, кстати, нарушение институциональное – это тоже очень важная функция искусства. Давайте я прерву свою монополию на вопросы. И так как мы ограничены немного во времени, есть ли какие-то вопросы у публики? Да. Спасибо. Я участвовал в одной акции «Музей 15 минут» и, надеюсь, еще буду участвовать. И я знаю, кто там зритель, очень внимательный зритель. Это полиция и охранники. Это действительно ваш зритель. Они вот прям, вот это, вот. И, вопрос у меня такой довольно сложный. И как раз касается мейнстрима, который сейчас вот, в среде каких-то там людей искусства, филологов, вот это вот, он очень актуальный. Это вот... Основной тезис, который, ну не основной, очень, очень важный тезис, который повлиял на искусство 60-х, его Гройс выразил, или по дороге, кто-то из них, неважно, выразил так, что искусство является искусством только до тех пор, пока оно воспринимается таковым. То есть как только мы его не воспринимаем, это не искусство. Этим тезисом была опровергнута вот эта идея, что искусство является, ну вот картина Рафаэля, она статична, прилетят инопланетяне, увидят ее и скажут, ух ты, вот это Рафаэль написал. Ничего не скажет, без контекста нельзя понять, искусство это или нет. Вот. И вот этот тезис, он как бы был таким основополагающим. И у него есть одна брешь, очень серьезная. Вот хорошо, искусство является искусством только тогда, когда мы его воспринимаем. Но событие – это очень важная вещь в искусстве. Событие может быть перформанс, то, что происходит здесь и сейчас. Но само событие и восприятие события – это разные вещи. То есть мы, получается, исходя из тезиса, что искусством является последующая мысль о наблюдении, а не само наблюдение. То есть событие, получается, не является искусством. Вот. И, то есть получается, что само событие мы еще не отрефлексировали. И здесь ее, и само событие мы не воспринимаем искусством. Так что акт события, получается, если исходить из этого тезиса, на который много чего возникло в искусстве, вот, а акт события, он искусством не является, потому что искусство здесь искусством не воспринимается. Но здесь либо это действительно так, либо тезис неправильный. То есть это просто зависит от конвенции. Он что-то... Ну, да, и здесь... Конечно, искусство конвенционально, как и язык. Ну, как мы... Да? Сейчас... Постоянно какие-то конвенции разрушаются, какие-то новые... возникают. Я немножко просто сейчас... Вот мы этим и занимаемся.
Сейчас появилась такая вещь, как ее, например, называют иногда объектно-ориентированное искусство. Это искусство, связанное с идеями спекулятивных реалистов, довольно недавнее течение, возникшее во Франции, Мейсу, основатель. И там объектно-ориентированное искусство строится на тезисе Грэма Хармана, что человек такая же вещь, как и вещь. Вот, то есть получается искусство без зрителя. Мы можем что-то делать, а зрителя нет. Вот, это как раз строится. Вот, и здесь очень такая большой спор получается. То есть как бы получается, что может быть искусство без зрителя по Грэму Хармону, и одновременно правильно ли это, или так ли это, прав ли Грэм Хармон. Вот вопрос про искусство без зрителя. Сережа, а какая нам разница, так это или не так? Дело в том, что, ну, поскольку мы сейчас, ну, как бы мы же социальные люди, да, все-таки, то есть живое, вообще человек социальное животное, так меня так учили когда-то, вот. Вот правильное слово произнес Николай Конвенция, действительно, мы, ну, есть всякие такие спекуляции. Вот, значит, человек сидит на берегу моря, делает красивые на камешках картинки и их выбрасывает в море. Вот это искусство, не искусство. Ну что мы, зачем нам решать эту проблему вообще, да? Если это все не имеет, так сказать, последствий. Но давайте все-таки сузим круг рассмотрения. Искусство – это то, что там, скажем, впоследствии становится фактом истории искусства. Ну, давайте договоримся, что искусство – это, ну, все-таки, опять же, институция. Все-таки то, что рано или поздно попадет в музей. А иначе, ну, зачем? Ну, все искусство, да? Ну, мы можем прийти к такому выводу. Я готов. Вот. Или вообще нет никакого искусства. Я склонен искусством считать не столько корпус текста или набор, там, я не знаю, произведений, сколько специфический способ человека, с помощью которого он взаимодействует с языком и с миром вообще. Вот это, мне кажется, это интересно. Вот искусство, с моей точки зрения, это то, как я художник, художником я сам себя назначаю, да, то, как я художник, взаимодействую с окружающим пространством. Я не сторонник, я скорее, для меня объектно-ориентированное искусство, вот эта тема, это она болезненная и, мне кажется, довольно страшная. Вот. И чем она страшна? У меня там есть инсталляция банка Орхола. Смысл, что она рано или поздно взорвется. Но взорвется она, ну, то есть протухнет и взорвется. Вот бомба Орхола. Вот. Это банка томатного супа, вот этого, который Орхол рисовал. Вот. Но дело в том, что она взорвется, когда я уже умру. И никто никогда не подумает, просто для них будет взрывающаяся банка. То есть банки все равно, назвали ее искусством или нет, она сработает, она повлияет на... Взорвется в Третьяковке через 70 лет. Ну, даже просто здесь может быть... вот этот механизм можно использовать в качестве... Ну, для меня, например, мне кажется, что вот сейчас... мэр Москвы очень хорошо использует объектно-ориентированное искусство, чтобы денег себе, так, ну, вот он ставит вот эти вот везде пластиковые штуки, где люди получают за это большое, и все как бы, и это искусство, оно использует людей, а люди здесь вещь, а искусство здесь становится как бы автором, и вот это вот вот эта опасность, она, ну, как бы, мне кажется, что, ну, может быть, она надуманная. Вот. Но если вот Гройс... Опасность чего? Опасность чего? Опасность, что появляются практики искусства, которые потом можно использовать в политике, которые перерастут во что-то социальное и в довольно страшные практики социальные. По-моему, это во всей истории искусства так происходит. Да. Всегда в искусстве есть какие-то явления, которые несут в себе потенциал либо их используют для захвата власти, либо их используют для там, подавления. Ведь язык, да, ну... Язык, как мы знаем, это и пространство максимальной свободы, да, это и пространство закрепощения. Да. Искусство, оно и
и враг наш, и друг наш, и все, и все. Вот в искусстве большая опасность. Но там же, но спасаемся мы тоже в языке. Да? Ну. Да. У меня вопрос вот, к Свете, наверное. А вот не кажется ли тебе, что вот скукоженные разбегающиеся зрители – это общее следствие тотальной такой несвободы в обществе? Ведь формально любая акция и вот такого музея «Флешмоб 15 минут», ее власть может любой милиционер или полиционер может рассматривать как такую несогласованную массовое мероприятие. И если туда еще вовлекается зритель, то он становится таким как бы соучастником такого несанкционированного массового мероприятия. И вот мы сейчас, наверное, уже общество приходит к такому состоянию, когда такое мероприятие может существовать только тогда, когда зрителей нет вообще. Вот как лесная библиотека, например. Вот в лесу, где вот есть только птицы, зверьки и медвежата. Здесь дело не в несвободе, а дело в том, что большинство людей вообще не участвуют ни в какой художественной деятельности, им это даже в голову не приходит. Ну вот и такая вот акция, например, в любом европейском городе, она была бы, наоборот, привлекала бы. Зрители бы не разбегались, а собирались вокруг такой вот. Ну, не знаю. Они собирались бы из любопытства. Неизвестно. Как воробьи, рассматривающие черепа. Существует такой жанр, давно существует, да, который возник под влиянием социальных сетей. Такой жанр, как флешмоб, существует. И это действительно какая-то такая спонтанная уличная деятельность. Да, что-нибудь там. Но она и у нас вроде существует, но всегда почему-то все кончается приводом в полицию там, или как-то... Или агрессии со стороны прохожих. Просто у нас нет этой, нет этой традиции, нет этой практики. Но с другой стороны, это и нарушение личного пространства на самом деле. Мы вторгаемся вот в их личную жизнь. Почему это их личное пространство? Ну, то есть они заняты своими делами, не идут в музей никуда-то, а мы как бы вот тут встречаем их. Когда-то была группа «Война», то есть она и есть, но, в общем, это была группа «Война», они потом как-то, на мой вкус, как-то куда-то в какую-то агрессивность пришли, это мне стало, мягко говоря, неинтересно, но когда-то у них был симпатичный период, когда они... Вот эти девушки в том числе, это было, это еще до Пусси Райт, вот там это Надя, значит, еще со второй какой-то девушкой забыл, они в метро целый день посвятили тому, что буквально бросались на девушек полицейских с поцелуями, да, 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 вот, и те тоже по-разному, а? По-моему, нет. Но это не важно. Но одна из них точно, Надя. Вот, да, они целовали, значит, милиционерш. Вот это было по-моему, это было очень трогательно. Но те, конечно, тоже реагировали, прям скажем, с их точки зрения. Интересно, почему они не целовали милиционеров? Это бы... Потому что там уже как бы другой нежелательный для них была коннотация. А тут они вроде как... Ну вот насчет, значит, того, что мы нарушили институциональные границы, кроме того, мы еще вот с Николаем Байтовым поменяли и читателя у себя. Мы выбрали в читателе лес, насекомых, птиц и мелких животных там обитающих. То есть у нас есть лесная библиотека. Книги привозятся в определенное место, и там они живут, и через некоторое время как-то прочитываются лесом. А вы, кстати, вы знали о том, что где-то в середине 80-х, нет, скорее в конце 80-х годов была какая-то группа художников, которые со своими картинками приезжали в зоопарк,
и зверюшкам демонстрировали свои, значит, а Гера Лукомников стихи читал. Ну вот. Да, но это все понятно. Это все восходит к Франциску, к святому Франциску, который проповедовал птицам, да, птицам и зверям. Но смена аудитории, конечно, читать стихи зверюшкам – это так радикально, но я знаю, что известный тут многим Джон Кейдж, автор самого знаменитого произведения второй половины XX века, у него был такой опыт, он, значит, со своим этим препарированным роялем, со своим вот этим, он приходил играть на дискотеке, где его вежливо в течение минут 10 его как-то публика вежливо внимала. Потом начинался ропот, потом его со скандалом, значит, выгоняли. Но он честно отрабатывал, он сидел, вот, значит, в течение там часа на одну клавишу, значит, нажимал. Это же, в общем-то, мне кажется, что это, может быть, даже более радикальная смена аудитории, чем зоопарк вообще. Да, можно последний вопрос из аудитории, и мы перейдем к чтениям. Да. Есть вопрос у кого-то? Выражение такое родилось. Если вы не идете в музей, музей идет к вам. Это по поводу... Спасибо. Я бы хотел спросить по поводу очень старого интервью Кривулина, который в 85 году сказал, что на русском языке невозможен верлибр, который построен на следовании изгибам поэтического чувства, как есть у французов, американцев. Вот. Потому что язык находится русский, в более аморфной стадии он менее аналитичен. Что вы на этот счет имеете сказать? И имеете ли что-то? Возможен русский верлибр? Лучше не ко мне. Для меня деление стихов на верлибр и неверлибр вообще не актуально. Понимаете? Это вообще как бы неинтересная тема. Конечно, возможно, но почему же невозможно? Но лучше, вот, мне кажется, Коля пусть оправится. Значит, он еще заявил, что он видит в русском языке... Не такую отчетливость, большую смазанность, что ли, мыслительную, концептуальную, да, чем во французском. Это очень может быть. И это наверное, делает, в смысле, дает больше средств русскому поэту, на мой взгляд. Смазанность, концептуальная смазанность самой структуры. Да, да, но смазать можно и в рамках силаботоники спокойно. Вообще. Да, конечно, конечно. И вот эта вот такая неопределенность, размытость, она... На мой взгляд, она дает больше средств и возможностей поэтических. И неважно, будь то силабо-тоника, будь то верлибр. Вот. Поэтому я не понимаю, почему не может быть, почему французские верлибры должны быть интереснее русских. По-моему, наверное, русские поинтереснее могли бы быть. Ну, мне кажется, почему, что это русская рифменность, да, мне кажется, это следствие поздней письменности, вообще-то говоря. Ну, потому что рифма, как это я слово забыл сейчас, это самое, господи, для запоминания, ну. О, мнемонично, да.
в фольклоре же всех народов как-то ритмы и рифмы существуют, потому что устное бытование... У древних греков в фольклоре не... Ну, хорошо, ритм существовал. Нет, ритм, да, ритм да. Для мнемонического обязательно. Я думаю, что рифма, по-моему, уже давно в западных поэзиях рифма — это признак либо чего-то комического, да, либо детского, либо песни. Песня. По-моему, рифма пришла с Востока, от арабов. От арабской поэзии. Может быть. Из арабской. И в Византии она тоже появилась. Ну, да. Ну, бог с ней, ладно. В какие-то моменты. Давайте почитаем стихи после этого как раз. Да, первый будет «Свет Литва». Первый пошел. Я освобождаю вам пространство. Ну, вот я все-таки очень смешной поэт, я рифму очень люблю и пишу в рифму по большей части. Я, к сожалению, забыла взять, вот, наверное, нужно было переключить еще на визуальную поэзию, я не знаю, как это делается тут. У меня всего такая маленькая картинка с собой, ну, ну, там можно что-нибудь на визуальную виз, папка, виз. Да. Ну, просто по очереди, а там как получится. Я сейчас, наверное, не найду сразу. Да, вот здесь я уже от букв перешла к изображениям. Это как бы палиндром такой. А вот эта работа на каком-то фестивале в Санкт-Петербурге. Я написала два слова, положила их на пол. Была такая мокрая погода. И зрители завершили работу, и получилось вот такое визуальное стихотворение. Ну, ходили как-то, да. Там не один след. Вот это батарея. Как бы, как, ну, у меня много фаунд поэтри, так называемый. Вот, по-моему, здесь написаны стихи. Это стихотворение Николая Бальтова. Это тоже все найденные вещи. Очень даже зарифмованные, по-моему. Да, я нужное не нашла все равно. Я вот это стихотворение прочитаю. Оно выглядит так. Оно... На него можно смотреть. И его можно слушать. И его можно изображать жестами. Правда, с микрофоном это мне вряд ли получится. Я буду делать одной рукой. Запредельности предел. Нота первонота, просто белая стрела, вершина, лед, полет. Часами не сплю, 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 часами не спл
мы с Николаем еще писали много анагрифов.
И стихотворения, которые пишутся, состоят из слов, которые, в свою очередь, составлены из букв, входящих в имя какого-нибудь поэта, современного или классика. Вот. И, ну, например, у меня вот самое простое стихотворение. Да, ну, дело в том, что вот большой прорыв именно сейчас произошел в комбинаторной поэзии вот, за последние десятилетия. Очень много люди работают в этом и достигли каких-то там сумасшедших, заумных там результатов. И там тоже очень много всего, очень много разделов. Вот я хотела, значит, привести пример, как, например, я написала... То есть в этом стихотворении звучит имя этого поэта. Там все слова из его фамилии, оно там, эта фамилия просто переливается. Да? Я написала, например, стихотворение из фамилии Маяковский, где... Каждая строка — это одно слово, лесенка, и в каждой строчке прибавляется по одной букве. Звучит это так. Я им, как воск маски ковкий, и Москва с маковки, моя киска В. Маяковский. Или еще одно стихотворение из этой серии. Моей жертвой стал Валерий Брюсов. Я взяла его, значит, стихотворение называется «Сотворчество», в котором четные строки стихотворения Валерия Брюсова «Творчество» заменены мной либо гласными, либо согласными его имени и фамилии. Получилось «Сотворчество». Тень несозданных созданий ВЛРБРСВ, словно лопасти латани ВЛРБРСВ, фиолетовые руки АЕИО, полусонно чертят звуки АЕИО, и прозрачные киоски ВЛРБРСВ вырастают, словно блестки ВЛРБРСВ, всходит месяц обнаженный АЕИО, звуки реют полусонно АЕИО, тайны созданных созданий АЕИО, и трепещет тень латаний ВЛРБРСВ. Перед ужином гренавы ниже икр зречу покрыт, девик с мальвочкой курчавы, англичавы ниже икр. Величавы и гречавы перед ужином стоят, загубавы, зазубравы, заворачивая взгляд. Перед ужином гренавы ниже икр зречу покрыт, девик с мальвочкой курчавы, англичавы ниже икр. Величавы и гречавы перед ужином стоят, загубавы, зазубравы, заворачивая взгляд. Загубавы, зазубравы, заворачивая взгляд. Заворачивая взгляд. Туюхлы я с швиюкла, куда ты пропал? Тихлы я свежий юкла, тюкла свежие швижгла. Туюхлыхая с швиюкла, куда ты пропал? Забредал в тереховичник, в жирных зарослях блуждал. Мелковала теплопарня мягких увольней морсхик. Тепло-парень Михалковый, лебль, уголь, мысых. Гребц деревц его будила, желти мерца ильтецо. Пропадали мысли сцилы, феер меха сосласо. Тополио полымьяна, топляоя полево, полымвяная яблоня, фруктовое дерево. Ну или вот такое стихотворение из почти из одних однослоговых слов, ну, с исключениями, да. Стрел, лед, встрел. Стрел, лед, в лед, лук гнет дуг, мускул рук, шаг за шаг, двиг двух ног, зверь резв тварь, тверд дробь ребр, взор зырк зорк, блеск лязг глаз, взмах вслед вскользь, блик лоск
ласт, гребнь горб скал, брег плоск глянц, хлёстк прибой, ветер бьет камень, стуч чёт нечет, дрожь ждет дождь, стрел, взлет смел, весел плеск весел, вдруг взрыт, брызг, визг, розг, гроз, шум взыгр волн, штурм вдрызг, шторм, страж, круж, скреж, сплошь свист, стон, враз стих резк, мелк, смолк, вздор, грязь, песок, мусор, швыр, броск. Шарк, шныр, полз, мокр, шкур, шорх. Ровн, вздох, вот, всход, шелк, розв. Мудр, труд, утр, свеж, здоров. Свил, ствол, стебль, светл, след, стрел. Зверь, недр, бездн, зев, отверз. Дверь кондитерская открыта, мимо куртки, мимо шубы. Дверь кондитерская открыта, мимо куртки, юбки, шубы. Дверь кондитерская открыта, куртки, брюки, юбки, шубы. Дверь кондитерская открыта, юбки, брюки, шубы, куртки, шапки, пряники, ботинки. Дверь кондитерская открыта, сумки, булки, шапки, шляпы, кепки, бублики, собаки. Дверь кондитерская, батоны, пряжки, галстуки, платки, куртки, шубы, юбки, брюки, шапки, галстуки, перчатки, сумки, бублики, открыта. Дверь, фуражки, козырьки. А, Ника, как там со временем? Хорошо. Верти головам цветы, цветным головам верти. Вертын цветного голова, голов вертуна цветна. Сты раз раз пре, раз пре сты, пре раз сты сты сты, пре раз пре 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 раз пре 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 сты 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 раз пре пре пре. Бред утренним зеркальным обрежением, из кожи вон эффектно так и так, приглаженным блаженным выражением, затылок чешет пальцами кулак, перчатку нитяную тяну на запятку, лодыжки щиколотно щекот на щеке, дополнит ли крымчатую камчатку серолежавый пиджак рубашке, застежками застеган и залатан в приколенных бруталых брештанах, на коих эпохиальная заплата ужимает и сплюскивает пах. Вздох ловит благовонь экскрементальный, разношен вниз кремовый электрик, мулизевый жмет искрометально, на горле пульсирует воротник. Торопливато выходи из дома, шажками расстояние покрыв, энтузиазм душевного подъема, активен энергический порыв, не успев перешесть записных наспех тусовщиков на Бауманской в Москве, поэта предвкушенный настиг успех в Зверевском респектабельном сквере. Их, 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 слов, их, х, переезд, хьесл, хьесл. Не могу себе представить, конопляшец огнеёглый захлестнул в обвяжец друхдры длиннопродлую подлязгу беспрещимо, и при этом в состоянии кружавры корнифорка лепуары сохранял невозблудивость. Ну, наверное, хватит. Все, спасибо. Я, наверное, ничего
идеального, это я, наверное, не приготовил. А... Чего? Зачем приходил? Не знаю. Ладно, передаю слово Любовь Рубинштейну. Я забыла еще одно прочитать, вот это стихотворение. Я была на выставке, и из фамилий художников, которые валялись вот в так перемешку, я составила стихотворение. Это, в общем-то, одно из последних таких стихотворений. «Белая Беляева, Дроздов, 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 под Белла Домбровицкая, ремень Острашевская». Под Белла, Николаева, под Белла, Домбровицкая, Луканова, Потапова, Гилярова, Иванова, Луцишина, Развязкина, Орлова, Бирюков, Черкова, Николаева, Ювента, Домбровицкая, Паромов, Николаева, Дроздов, Дроздов, Дроздов. А я что-то взял с собой такие вещи, которые не надо читать глазами, а показывать... Нет, ну вот надо было на экране, но я что-то не подготовил на экран. А? Ну, не знаю, наверное, не получится. Но я уже про них сказал кое-что. Ну, вот это вот Ваганькова, а вот это вот... Ваганькова, ну... Ваганькова очень длинная, и оно так не читается, там надо перескакивать. Это неудобное для... Неудобное для исполнения вслух, я уже говорил. Это здесь я пытался некоторые симфонические принципы, как в музыке, контрапункт такой. Нет, не надо, не надо. Можно начинать читать с любого места, только раздваиваются голоса. Козлов, Баранов, Иванов, Иванов, с другой стороны, Меринов, Миронов, который в школе, Козлянинов, который в школе был завсегдатаем лизиона, а после дверей Таганки сидел всю ночь на стуле. Мой двоюродный прадед и бабушкин свойственник, художник Романов. Он был Анатолий, а сам себя звал Антоном, а тут и я, про которого потом. А после дверей Таганки всю ночь на стуле раскладном, чтобы всем билеты взять на Макинпота, он скважина с Ваганькой всю ночь пьет бисерный туман. И капает его и кот, и из пальцев топали легко товарищ Парамоновый на плечи. Козлянинов был городовым, он и добрым, и студентов любил, он покровительствовал им. У него дома сбирались сходки, и клен высокий. Как он на фото в старом альбоме под брезентином, усы, папаха, шинели, шашка. Серьезный и важный. Клен корнем длинным сквозь тетю Нюточку, его жену, и она туточка прозванием Колобок, на том же фото ему в полроста. А над головой два уха зайчика от черной шапочки. Клен корнем тонким, слепым и хрупким оплел мне руку. Когда Игоря Шагина убили в Лужниках, наш Миша Всемосковский уже был вожак, координируя движение дружин,
с движениями милиции и внутренних войск. На шаднем стороне независимо лежит, он только красно-белым свой, и флаги на деревьях над гером, и майка, выленившая на колях ограды, все грозит врагам. Эй, кони, кони, грубые гуингмы, не приближайтесь, эти игры, победы, губки, все не вам. Но поле, поле, кто же тебя присвоил? Как? И разве тесная Ваганькова не для всех? И бабушка разве не смеет незаметный крест под этой сенью красно-белых тряпок насечь на мрамор, когда Романов, Николай, не я и не Антон, когда свели колокола, и он сходил на трон, они давились на ходынке, выпучив глаза. С народными подарками ломились через рвы, от хрипа наизнанку выворачивались рты. Но их в молчании собрал тяжелый обелиск. На солнцебеге свистнул маневровый тепловоз, там дернулись вагоны, колыхнулся сизый жар, и мать и мачеха млеют между шпал. Шкляр Марк Михайлович, 1967, в другую сторону Земсков, Ярослав Пеглер, бюст. Ласкина Жильцова, Петрова, Бобова, Надежда Алексеевна, Бобова другая, из Невограде, Рогузин, Шевелкина, Шевелкин и Страус, Наталья Сергеевна. Потом в другую сторону там, значит, Шкляр Марк Михайлович, 67, Борис Георгиевич Гадиетей от детей, супруги Кравченко, Медли, он друг другу, он профессор хирургии, потом другие. На маминой могиле я встретил папу, он в темной груди сидел там, не сразу меня заметил, лишь спустя мгновение очнулся. Шкатула, Трифон Иванович, и так далее. Я говорил, тут в исполнении голосом не слышно разделение на несколько голосов, которые видны при чтении глазами, да. Поэтому это не при чтении голосом, это поэзия теряет, она для глаз. Вот. И так. Ну что, теперь я что ли? Ну хорошо. Коль, ты все типа закончил? Коля, что? Ты закончил? Я закончил. Пробовали. Нет, мы пробовали это делать в Чеховской библиотеке когда-то. Ну вот я прочту один небольшой текст, но тут требуется маленькое предуведомление, которое, кстати говоря, имеет отношение к уже обсуждаемой сегодня теме способов бытования и всякой институциональности. Предыстория такая. Этот текст написан, как ни странно, по заказу. Значит, мне однажды позвонил главный редактор издательского дома «Афиша». Такой вот был, такой был издательский дом. Там был журнал «Афиша», там был журнал «Большой город», там было еще чего-то, какая-то «Афиша Мир». Вот. И находились они действительно в таком, значит, помещении, которое располагалось на 4 этажах. Между этими 4 этажами была лестница, естественно. Я с ними в те годы довольно, ну, довольно плотно сотрудничал. Я в «Большом городе» печатал чего-то. И вот однажды мне позвонил главный редактор и говорит: «Вы помните нашу лестницу?» Я говорю: «Я отлично помню вашу лестницу. Я на ней много курил». Вот, говорит, «Вы согласны, что эта лестница ужасно депрессивная?» Я говорю: «Согласен». Там действительно такая была мрачная лестница. Он говорит: «Она депрессивная, между тем мы там проводим все довольно много времени, потому что все с этажа на этаж бегают, все там сталкиваются, все там трепятся, все там курят, все там...»
Я говорю, ну да, все это очень интересно, и что? Он говорит, вот мы придумали проект, говорит он. Мы решили эту лестницу как-то очеловечивать и как-то ее, в общем, делать поживее и поинтереснее. И хотим разным художникам по очереди заказывать что-нибудь, чтобы они как-то эту лестницу, каждый в своей манере что-то с ней делали. И к первому решили обратиться к вам, то есть ко мне. Я говорю, а что? Он говорит, ну вот мы хотим, чтобы вы вот в вашем фирменном как бы, ну вот, стиле что-нибудь с этой лестницей проделали. Я как задумался, но приехал, значит, приехал поговорить, обсудить. Я посмотрел на эту лестницу, я ее прошел снизу вверх и сверху вниз зачем-то. Примерно посчитал, сколько там может быть этих пунктов, сколько там может быть этих фрагментов. Вот, и стал размышлять, и в результате создал текст. Создал текст, который сейчас назвал «Лестница существ». Ну, в нем каким-то образом сама по себе метафизическая идея лестницы как-то обыгрывается. По большей части этот текст состоит из обрывков таких, как бы, типа, из обрывков разговоров, которые обычно бывают на этих редакционных лестницах. Плюс почему-то совершенно параллельно у меня родился маленький такой лирический стишок, вполне такой традиционный силабтонический стишок, который я в этот текст тоже внедрил. Причем я его внедрил туда трижды. Он в этом тексте играет такую роль, в кинофильме там песенка какая-то, да, которая время от времени звучит. Получился такой текст. Значит, я его принес этому главному, им там всем это все очень понравилось. Значит, было решено этот текст как бы на стене вот этой лестницы набить каким-то шрифтом. Стали обсуждать шрифт с художником. Я в соответствии с моим пожеланием, шрифт был выбран самый кондовый, такой трафаретный, знаешь, шрифт, каким пишут обычно запасный выход или пожарный кран, вот такой вот. Я люблю такой страшный шрифт из детства. И действительно сделали. Да, еще было мое пожелание, чтобы текст расположили не снизу вверх, а сверху вниз, из таких гуманных соображений, чтобы человек, не задыхаясь, его читал, а наоборот, как в музее Гугенхайма, значит, вот так вот. Вот, появился там этот текст, потом даже было типа что-то вроде вернисажа, открытие, значит, с шампанским и коньяком, потом все. Но проект задуманный почему-то с меня начался, на мне же и закончился. И этот, в результате этот текст на этой лестнице висел несколько лет, пока, по-моему, уже издательский дом оттуда съехал уже там. И потом мне разные люди рассказывали, как они были на этой лестнице и прочитывали там отрывки непонятно чего, значит, и все. Вот. Но, тем не менее, этот текст существует и отдельно, и попадает в книжки и живет своей текстовой жизнью. Ну вот, сейчас я его прочту. Ну что, начнем, что ли? Господи, да тихо же, дайте послушать. Сколько же можно, Господи, одно и то же, одно и то же. Господи, как же ты меня напугал. Ой, как чешется, Господи, не могу больше. Господи, да кто же тут так навонял-то? Господи, да отстань ты, ради Бога, не видел я твоих очков. Число и подпись. Здесь, пожалуйста. Да не здесь, Господи, ну вот испортили. Господи, ты можешь помолчать хоть одну минутку? Это же просто невозможно. Господи, ты сам-то понял, что сказал? А когда начнем-то? Вот свет повсюду гаснет, но виден его след. Чего это вдруг? Нет ничего ужаснее и прекрасней, тоже нет. Вы Илюху, кстати, не видели? Слюною кисло-сладкой подушку окропи. Алешка приехал, не знаешь? Вот коврик над кроваткой срывается с цепи. У тебя билет на какое? Успеешь все доделать? Вот медленная свинка колышется, поет. Катька так и не перезвонила? Вот сука. Картинки половинка пускается в полет.
Когда начало-то? Другая половинка то тлеет, то горит. А где это будет, если не секрет? И Африка, и свинка, и доктор Айболит. Там сейчас, который сейчас примерно? И свет повсюду тухнет, и в горле ватный ком. Что, правда? Это тебе действительно приснилось? И радио на кухне о чем-то о таком. Вот посмотрите, лестница существ, распространенная среди натуралистов и философов XVIII века, представление о иерархическом расположении тел природы от простых неорганических до сложнейших живых существ. Идея лестницы существ восходит к Аристотелю, ну и так далее. От головы бы что-нибудь. Если ты действительно всерьез полагаешь, что искусство и культура соотносятся между собой так же, как кристалл и раствор, то ты серьезно заблуждаешься. Вот послушай. А кто, интересно, сможет с первого раза произнести слово «воспоспешествование»? Его, к сожалению, сейчас нет на месте. Сможете перезвонить попозже? Спасибо, всего доброго. Придется потерпеть, ничего не поделаешь. Последние 2 месяца вообще из дома практически не выходило. Устрицы различаются по номерам. Ты что, не знала, что ли? Воспитанием раньше надо было заниматься, сейчас поздно уже. Короче, прихожу и вижу, что все как было, так и осталось. То есть не сделано буквально ничего. Ты знаешь, просто руки опускаются. Стихов давно уж не пишет, слава богу, каким-то делом занялся. Приходи, все будут. Мужику сороковник вот-вот, а ума как не было, так и не предвидится. А главное, ни в коем случае не солить. Когда начало, не помнишь? Вот свет повсюду гаснет, но виден его след. Ну, чего там наговорил твой Заратустра? Нет ничего ужасней, прекрасней тоже нет. Ты это что, серьезно, что ли? Слюною кисло-сладкой подушку окропи. Вопросы есть какие-нибудь? Вот коврик над кроваткой срывается с цепи. Мы когда-нибудь начнем или нет? Вот медленная свинка колышется, поет. Как лучше? Может быть, просто лестница, а что вроде так благородно, минималистично. Картинки, половинка пускается в полет. Или лестничный марш лучше, вроде понаряднее как-то. Другая половинка тут леет, то горит, и Африка, и свинка, и доктор Айболит, и свет повсюду тухнет, и в горле ватный ком, и радио на кухне о чем-то, о таком. А лучше всего лестница существ. Так и оставим. Хорошо? Вот свет повсюду гаснет, но виден его след, нет ничего ужасней и прекрасней, тоже нет слюной кисло-сладкой подушку, а крапи вот коврик над кроваткой срывается, с цепи вот медленная свинка колышется, поет картинки половинка, пускается в полет другая половинка, то тлеет, то горит и Африка, и свинка, и доктор Айболит, и свет повсюду тухнет, и в горле ватный ком, и радио на кухне. Ну что, все собрались, можно начинать. О чем-то, о таком. Ну вот. Я захватил с собой одну штуку, я даже специально сейчас за ней перед началом ездил домой. Но мне кажется, не очень сейчас ее уместно демонстрирую, сейчас объясню почему. Она рассчитана на меньшее число людей. Я ее сочинил в 81 году. Когда главным, то есть не главным, а единственным способом как раз бытования поэтических текстов, это было квартирное чтение. Когда собирались в квартире, чаще в мастерских художников, в основном сидели как-то так вот вдоль стены по кругу, вот за столом сидел поэт, читал, и тогда я сочинил эту штуку, и там, значит, ее каждая вот эта карточка, она... вот так ходила по рукам, как, знаете, как записка в студенческой аудитории, она так просто вот ходила. Вот, это было зрелище очень живописное, оценить которое мог только как раз автор, потому что все остальные в этом участвовали. Это был такой перформанс, где единственным зрителем был как раз автор, остальные были участники. И очень было важно... Или мы попробуем все это?
это и в каком-то смысле такая модель, макет, я не знаю, действующая модель распространения самоиздатских текстов, вообще-то говоря, так от одного к другому. Здесь очень интересно пространственное распространение времени. То есть момент, он не для всех один и тот же. Он идет, момент, по который вы читаете сейчас, он идет по пространству. Каждый в данный момент, каждый данный момент читает что-то другое или вообще ничего. Да? Или сначала еще, потом уже. Там на обратной стороне по-немецки, если кому-то легче по-немецки читать, то... Вот на этой оптимистической ноте, да, Элька. Понятно, я не могу настаивать. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Спасибо за то, что мы вас немного помучили, и вы даже были не очень против наших мучений. Я держу. Спасибо всем пришедшим. Вот. В следующий раз, если в следующий раз будет, на что мы надеемся, да, обязательно сядем друг другу на головы, на плечи и максимально квартирный попробуем вариант. Вот. Спасибо всем большое. До свидания.